А ты что здесь делаешь? Хочешь сорвать мне дело? Твое дело? Я пришел первым, просто отлучился на минутку. Допустим. Что тебе здесь понадобилось? Слушай, не совался бы ты, а? Храбрец, однако. Может, обменяемся информацией? Может, помолчим? А может, тебе стоит постеречься? Тихо, кто-то идет. По земле. Что это за преисподнее? У вас, людей Запада, просто дар создавать ненужные вещи. Ты совершенно прав. И когда мы решаем от них избавиться, называем это войной. И да помилует Господь того, кому не посчастливилось оказаться поблизости от новой свалки. Не хвастайся. Вам только кажется, что вы так уж сильны. Конечно, конечно. Посмотрим, как ты справишься с нашим мусором. Уничтожу и забуду.
Проходите, господа. Вы не похожи на людей из генштаба? Да, мы из другой организации. А, понимаю. Маскировка. Добро пожаловать. Чувствуйте себя как дома. Я быстренько закончу работу, и мы побеседуем.
Вы первая группа из Берлина, которая увидит все это. Я горжусь своими свершениями. Здесь, пожалуйста, смотрите, щупайте, только не нажимайте красные кнопки.